Прежде всего, нужно иметь в виду, что отставка Суркова, того Суркова, которого мы знали и любили, или наоборот, не любили, это уже состоявшееся событие. Сурков не возвращается на свое прежнее место главного колдуна и шамана российской околополитики. Как есть околофутбол, так есть околополитика, и Сурков занимался именно ей. В этом отношении это место отдано совсем другим людям, гораздо более прямолинейным, но, по мнению Путина, видимо, гораздо более эффективным. Что касается Суркова, то его колдовской талант направлен теперь на полувнешнюю политику, или, опять-таки, пользуясь той же метафорой, околовнешнюю, поскольку, например, это самая Абхазия, Южная Осетия, у нас, как известно, государство с одной стороны независимое, с другой стороны это внутренняя проблема России, с третьей, четвертой, пятой стороны это еще что-то, и тут, наверное, колдовские таланты Суркова будут востребованы.